Так, всем привет, друзья. Вот я сегодня получил зарплату за декабрь и решил отведать в одном известном кафе. Решил отведать разные блюда. Ну, первое это борщ с салом, с помазухой, украинский борщ с помазухой. Второе это теплый салат с дарами моря. Вот это вот, дары моря. И это третье, это Наполеон вот с этими цветочками. Ну и четвертое, это чай с бергамотом. Вот так это все выглядит. Все, три. И сейчас скажу, сколько стоит салат. Ну, борщ-то понятно, что 250 рублей он стоит. А сколько вот такой вот салат еще стоит? А стоит он... Теплый салат с дарами моря. 590 рублей. Обжаренные морепродукты, мидия, кальмар, креветки на подушке из зеленого микса с авторским соусом, песто, кукурузным майонезом. Вот такой вот обед. Шикарнейший обед. Так что, кому интересно, заходите и отведывайте свои блюда, которые вы выбираете.